Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Итак, сегодня мы подводим первый этап, первые итоги по победителям конкурса номер 4 на канале ОНБ конкурсы автомобилистов, победитель которого и получит сварочный полуавтомат МИГ ММА 220 от фирмы Альфаград, аппарат фирмы Скипер. Альфаград является нашим партнером, и он же и предоставил этот сварочный аппарат. И приз за второе место будет тоже покрасочный пистолет от фирмы Альфаград, я его показывал. Нет, сделаем не так. Первый получит сварочный полуавтомат, и последний из этой десятки, а их не 10, их 12 человек. Почему я сделал 12, да? Потому что в 1-2 лайка разница была. Ну, и я думаю, обидно человек, у которого 109 голосов, и у которого 108, что 108 не прошел. Думаю, ладно, пусть проголосуем. Условия голосования, инструкция, как это голосовать, чуть дальше. В видео вы посмотрите, да? Единственное, что прошу, не пишите лишних вопросов, просто голосуйте. Вы получите, если вы подписаны на мой канал, и если вы добавили меня в круги на Google+, вы получите приглашение и сможете проголосовать, и, может быть, даже поучаствовать в прямом эфире. Я, несомненно, кого-то приглашу, потому что мы будем обсуждать какую-то тему, пока час будет идти голосование. Но голосовать можно сразу, как придет вам приглашение. То есть заходите, смотрите на страничку Google+, с правой стороны вы увидите номера участников и видео. Если вы забыли, что это за видео, посмотрите на канале. Либо вы уже выбрали для себя победителя, например, номер там такой-то, такой-то. Вы заходите и смотрите, ага, видите этот номер, ставите под ним плюсик. Вот все дела. Голосование, вернее, эфир состоится 12 числа. И прошу обратить внимание, что в приглашении время может быть указано по местному времени. По белорусскому это будет с 20 до 21. Но кто в других городах находится, ориентировочно это будет в 21 час. По московскому времени начало. Повторяю, в 21 час в 9 часов вечера по московскому времени 12 октября. Почему 12 октября? Потому что это выпадает на воскресенье. Раньше делать не вижу смысла. Позже, чтобы успели все поголосовать, будет 12 октября. Голосуем, выбираем победителя. Ну и удачи всем! Всем добра и бабла! Смотрим инструкцию. Еще раз всем привет на канале Олег Нестеров Брест. И сегодня я решил показать, что же нужно для того, чтобы проголосовать в конкурсе и проследить за ним. Как вы знаете, конкурс, ну, в предисловии, наверное, я уже сказал. Запись сейчас пишу ночью, дома, время уже 1:30. Табуретки отдал соседям, у них там свадьба была. Так что вот так приходится ютиться. Но для начала заходите на мою страницу, да? Главное, моя страница в Ютубе. Вот здесь, как вы видите, в шапочке с правой стороны есть значок Google. Нажимаем на него. И попадаем в Google моей, то есть страницы. Ну, я себя не смогу добавить в круги, поэтому я покажу на чьей-то другой страничке. Я покажу на примере Игорька Растеряева. Кстати, хороший канал, хороший человек поет. Во-первых, подписываемся на канал. Подписаться, ну, подписались и добавляем в круги. Ну, либо подписки, либо друзья, либо в несколько кругов добавляем, неважно. Вот, теперь этот человек находится у вас в кругах. После того, как он подтвердит, ну, то бишь это буду я,
Я подтвержу, что вы у меня в кругах, и получится, что... То есть мы друг у друга в кругах. И когда я сделаю рассылку приглашений, вы тоже попадете на прямой эфир. Что нужно сделать в прямом эфире? Вот здесь в правой колоночке вы увидите, где будут вопросы, да? Здесь будут номер видео и просто номер видео или название видео, там вы поймете. 10 участников будут. Это придет вам за неделю, так что просьба проголосовать заранее. Заходите, и вопросы уже будут доступны. И, допустим, вот видео номер там 31, да? Тут значок плюсик. Добавляете, ставите плюсик. Допустим, вам это видео, да, понравилось, за которое вы болеете, напротив того видео, и ставите плюсик. Вы добавите плюсик, и то есть видео получит дополнительный голос. В дальнейшем мы как бы обсудим еще с вами, ну, поговорим, пока будет идти конкурс, пока будет идти голосование. Голосование, будете голосовать неделю там или 10 дней, 1 числа это выйдет. И до 10 числа, наверное, мы будем голосовать, а 10 сделаем, наверное, ну, я объявлю заранее, сделаем прямой эфир. Еще такой вопрос. Вот если кто-то зайдет через YouTube на наш прямой эфир, да, здесь, когда вы только включите YouTube, в левом уголке вы увидите «Присоединить», «Принять участие в разговоре». И нажимаете на эту вкладочку левой кнопки мыши, и вы автоматически переноситесь на эту страницу. Если вы же будете подписаны еще и в Google+, то вы сможете и голосовать, если вы меня как бы запишите в своей круге, и голосовать вы сможете, и принять непосредственное участие, может быть, я кого-то вызову, и сможете поучаствовать в студии. Ну, как бы по этой части голосования все. Как бы голосуем за неделю, придет всем приглашение, кто в Google Plus на прямой эфир, да? Заходим, в вопросах вы уже увидите имена первых 10 победителей, из которых мы и будем выбирать одного. Ну и, наверное, второго там, это будет или на второе место, или, да, второго тоже на второе место, выберем, призом будет пистолет покрасочный. Ну, как бы на этом все.